Всем привет! Вы попали на ту же рубрику «Новый формат. Новая жизнь». Да, название странное, но в жизни каждого человека наступает определенный момент, когда он все меняет. Ну что, поехали! Нет, вернулся. Вернулся. Вот здесь джангл. Да, ничего, брат, все хорошо. Армор вроде не повредил. Да, его и не было. Понял тебя. Если бы это не называлось Counter-Strike, нахуй бы эту хуйню никто не играл, я вам отвечаю, блядь. Понятно. И меня бесит эта игра. Да пошел ты нахуй, блядь. Чёрт ёбаный, блядь, сука, чтоб ты нахуй сгорел в аду, блядь. Нахуй вы меня в эту катку затащили, блядь. Да пиздец. Да, блядь, сука, блядь. Сука, блядь, нахуй, блядь. Не, я в рот ебал, нахуй. Я не могу идти мид, Так чё ты, блядь, 5-5, нахуй, нормально. Okay, да, блядь, я не могу уже играть, уже, блядь, бесит, нахуй. Блядь! Серый, давай, блядь, этот, нахуй. Что давай? Дроп, нахуй, да. А, нахуй. Кому ты дал, блядь? Кому ты дал, блядь? Сука! Блять! Миш. Ну сейви авик нахуй. Сука, блять. Аргентина, Ямайка. 0. Какая бомба. Давай эйс, Миш. Не, я не сделаю эйс. Ладно, похуй. На плюс В, смотри. На плюс В. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Давай по новой, Миша, все хуйня. Бля, парни, 50 голды на Тинькофф уже киньте, на Гифуза не хватает. Карту скини. Еще, серый еще. Это ласт. Прошел, дверь! Стоп, где Авик? Пошел нахуй. Гара! Бля, зеленый, ну иди хелпой, ну я же там флешку. Минус. Что это залетело? Это что было, блядь? Опа, спалился. Надо было нож все-таки. Спасибо всем за просмотр. В скором времени, кроме CSGO, будут и другие игры. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!